Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие мои коллеги. Да, расстаемся с нытьем. Я хотела бы сначала проверить связь. На связи Раиса Селютина. Будьте добры, поставьте десяточки, как меня слышно и как меня видно. Дайте обратную связь, пожалуйста. Очень рада всех видеть. Так, пошли плюсики. Я так... Да, десяточки. Все, отлично. И поставьте пятерочки, пожалуйста. Кто готов тренировать предпринимательские мускулы? Будьте добры, поставьте пятерочки. Кто готов? Кто с нами? Я думаю, что те, кто здесь, все сегодня с нами. Отлично. Вот. Да, я тоже с вами. Я тоже такой же партнер. Будем знакомы. Давайте познакомимся. Отлично. Спасибо огромное за обратную связь. Друзья, мы с вами знакомимся. Кто меня еще не знает, меня зовут Раиса Селютина. Я из города Майкоп, республика Адыгея. Всю жизнь прожила на Дальнем Востоке. Всю жизнь проработала на госслужбе. Вот. И сегодня в моей семье 4 предпринимателя Атоми. Вот. Поэтому чего я всем и желаю. Друзья, дорогие мои партнеры, дорогие мои коллеги, я очень рада всех сегодня видеть, несмотря на все те перипетии нашей жизни, которые происходят. Ну что, мы сегодня начинаем, но я хочу сказать немножко, как бы, да, отойти от нашей темы. Тема у нас сегодня вообще классная, замечательная тема, это процесс создания денежного потока. Мы сегодня все этим обеспокоены, мы сегодня все этого хотим, и мы рассмотрим, как же его создать, денежный поток с компанией Атоми. Так, извините, не включила запись. Сейчас вот, да, все, включила запись. Ну что, друзья, мы с вами продолжаем. И я хочу сказать о сегодняшнем нашем стрессе кратко. Я не буду вдаваться в подробности в какие-то, да. Я хочу лишь сказать, что мы все по-разному тратим свою эмоциональную энергию. Мы все думаем, как же мы можем себе помочь. Ну, кто-то об этом думает, а кто-то находится в стрессе. Вообще стресс не улучшает качество жизни, он не помогает нам действовать эффективно. Это нам мешает. Я думаю, вы согласны. Напишите, пожалуйста, единички, кто согласен с тем, что стресс, вот этот стресс, который у нас есть сегодня у всех, мешает нам двигаться дальше. Пожалуйста, напишите, поставьте единички. А я пока скажу, что вы задавайте, пожалуйста, вопросы. Да, вот, отлично. Все правильно. Это нам мешает, это наше сегодняшнее внутреннее тяжелое состояние у многих. И я хочу как раз об этом сказать, что именно вот работа в компании Атоми нам позволит побороться с этим стрессом. И я понимаю, что мы не улучшим, конечно же, стрессом качество своей жизни. И еще один момент сразу оговорю, ребят, когда задавайте, пожалуйста, вопросы, я не буду сегодня отвлекаться на вопросы, а отвечу на ваши вопросы в конце нашей встречи. Хорошо? Отлично, спасибо вам за единички. Стресс – это не то, что нам нужно, и он не помогает нам, самое главное, действовать эффективно. Это нам мешает. Мы, конечно, с вами, вот каждый из нас сам выбирает свою реакцию. Мы сами выбираем. И если наша реакция – стресс, паника, страх, то я просто тоже... Я, кстати, тоже смотрела на эту тему видео, что рекомендуют психологи и так далее, да? И психологи рекомендуют нам выбрать другую реакцию. Не страх, не стресс, не панику, а другую реакцию. Не обкрадываем себя, ребят. Мы с вами сегодня можем делать то, что мы сегодня можем делать. И делать мы это можем с удовольствием, чтобы предотвратить какие-то события. Да? Давайте подойдем мудро, трезво и ответственно. Ответственно к своей жизни, к жизни своих близких. Итак, мы с вами познакомились. У нас сегодня очень большая география, я тоже вижу, что у нас разные страны на связи. Очень приятно видеть всех, страна у нас большая, и помимо страны, конечно же, у нас очень много еще других стран, да, и это очень приятно видеть, что люди вливаются в ряды компании Атоми. Атоми – это глобальный интернет-молл из Европы.
Если у вас звук пропал, пожалуйста, перегрузитесь. Я связь проверила, я думаю, что это звук, Гульнарочка, только у вас пропадает. Компания Atome – это глобальный интернет-молл из Южной Кореи. Как же мы можем сегодня вот рассмотреть вот, в свете того, что я заявила, как бы, да, тема наша сегодня – создание денежного потока с компанией Atome. Эта тема очень важная. Создание денежного потока с помощью вот такого инструмента, который есть в компании Atome, это ее маркетинг, конечно же, может каждый сегодня создавать денежный поток. Вообще, что же это такое? Денежный поток – это путь получения своей собственной финансовой независимости. Мы сегодня все к этому стремимся, тем более сейчас, в этих условиях, когда люди теряют работу. А что же, опять же, что такое денежный поток? Это когда доходы к вам приходят уже независимо от ваших усилий. Да, вот видите, я просто отвлекаюсь, да, тоже хорошо слышно, все нормально, я думаю. И, ребят, таких примеров в нашей компании, в компании Atome уже очень много, когда приходит денежный поток независимо от ваших усилий. Что это означает? Это означает, что в глубине вашей сети потребителей, в вашем магазине идут покупки вашими потребителями, с которыми вы поделились о компании Atome, и вы никак на это не влияете. Вот самое главное, что уже действительно, когда идет поток, вы не влияете на это, а вы только видите групповой товарооборот и получаете бонусы от компании, и маркетинг в этом отношении очень грамотный, и, кстати, он 10 лет не менялся. Вообще прелесть MLM-индустрии как раз в том, что нет ограничений, нет какой-то планки. Ну, в компании Atome есть такая очень большая, высокая планка по доходам, по ограничениям, да. А мы немножко, это я об этом скажу дальше, но могу сразу сказать, да, что 50 тысяч долларов в месяц для лидера компании, именно лидерские бонусы, это есть ограничение. Но помимо этого есть спонсорское вознаграждение, которое позволяет получать более 50 тысяч долларов. Нам есть к чему стремиться и к какому потоку, ребята. Но мы с вами в компании, которая является интернет-магазином, в которой есть продукция абсолютного качества и абсолютной цены. Это действительно абсолютный бизнес. Мне очень приятно всегда на каждой презентации представлять основателя Atome, мистера Пак Хангиля. Он видит свою миссию в том, чтобы помочь подняться в этой жизни именно бедным и необеспеченным людям. У нас с вами сегодня у многих как раз шанс. И любой человек может добиться успеха, если есть на то причина, желание и инструмент успеха. Я думаю, что те, кто здесь сегодня есть, причина у них есть, желание есть, а инструмент успеха у нас компания Atome. Кстати, поставьте, пожалуйста, семерочки, кто у нас новичок и кто только начинает свою работу в компании Atome. Будьте добры, поставьте сколько, чтобы мне знать, как мне построить презентацию, на чем сделать акцент, я должна понимать, сколько у нас, вот, у нас есть Магнитогорск, Петербург, да, Сибай, Актау, Сорочинск, очень много. Ребят, вы большие молодцы, что вы пришли на нашу встречу, потому что мы в нужном месте, вы действительно в нужном месте, в нужное время. И не стыдно об этом говорить, об этом честно говорю, мне хочется просто кричать, что вы можете добиться успеха, если у вас есть и причина, и желание, а инструмент, вот он в ваших руках. Это впечатляет, что очень много новичков. Молодцы, молодцы. Я поздравляю вас, что вы в компании Atome, в надежной, легальной, серьезной компании. Что же это страна? Откуда же родом эта компания? Да? Компания из Южной Кореи. Государство Восточной Азии, оно известно как раз под неофициальным названием Южная Корея. Это президентская республика. Республика, которая всего-навсего составляет 100 тысяч квадратных километров. Сравните с площадью Российской Федерации. Да? Население более 51 миллиона человек. То есть это в 3 раза меньше, чем Российская Федерация. И я просто немножко говорю, связываю с Российской Федерацией. Я понимаю, что у нас очень много других стран. И очень этому рада, потому что бизнес у нас международный.
А столица, крупнейший город Сеул. Те, кто работает в Атоме, у них у всех есть возможность побывать уже в дальнейшем в компании, как раз в резиденции компании, да. И мы, я думаю, что многие из нас уже как раз стремятся к этому. Мы с вами, конечно же, разберемся вообще, где мы находимся, да. Вот когда мы говорим о Республике Корея, я бы хотела еще сразу сказать, вот немножко вернуться, да, что мы с вами в бизнесе будущего. Почему? Потому что это электронная коммерция. Вот если мы говорим о том, что же это инструмент, да, инструмент это бизнес будущего, это электронная коммерция, это бизнес для всех. Комфортная работа с людьми, это возможность помогать выходить на доходы тем, кто... Я отвечу дальше. Я вижу ваши вопросы. И это как раз возможность выходить на доходы, и при этом все остаются в выгоде, и не переплачивают, и ничего не теряют. Люди платят за качественную продукцию, получают ее, и все довольны. Но самое главное, что сегодня это актуально. Мы работаем по своему графику, мы работаем, когда хотим и где хотим. Я думаю, что для многих очень важно сегодня работать, не выходя из дома, в связи с сложившейся ситуацией не только в Российской Федерации, да, во всех странах: Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Украина, Белоруссия. У нас у всех сегодня одна проблема, которая тоже нас объединила, но нас объединяет мистер Пак, нас объединяет Южная Корея, и поэтому мы сегодня, конечно же, рассматриваем возможности с компанией Атоми. Что же это за страна, да? Южная Корея, вот я уже сказала, где она находится, но я хочу сказать немножко о том, что это красивая, это современная страна. Она интересна и своей природой, она интересна своей историей, она интересна людьми. Это вы видели, наверное, где-то в начале видео, которое я вот запускаю, да, перед тем, как начаться нашему брифингу. И действительно мы видим, насколько она разнообразна, насколько она разносторонняя, эта страна. Но и Корея интересна как для путешествий еще. И в последнее время развивается еще и медицинский туризм. Это действительно очень серьезное направление развития Кореи, потому что очень высокотехнологичная страна, очень высокого уровня медицина. И многие... Кто-то уже побывал, наверное, в этой стране, да, именно воспользовался медицинским туризмом. У меня коллеги воспользовались, было это 5 лет назад. У меня воспользовался буквально в прошлом году мой родной брат. Поэтому я знаю, что такое Корея, почему она входит в топ-5 стран с лучшей системой здравоохранения. И она занимает 4-е место в мире. Вот с этой компанией, вот с этой страны мы имеем с вами дело. И, конечно же, здорово, что продолжительность жизни – это показатель очень серьезный, а население 82 года. Ну а согласно закону, граждане Южной Кореи обязаны ежегодно проходить полное медицинское обследование. И сегодня мы знаем с вами, кто следит за этими новостями, мы знаем, что Южная Корея практически победила ту проблему, с которой она столкнулась, как и все наши страны, да, вот она не обошла стороной, конечно же, да, эта проблема с коронавирусом, но Корея очень жестко к этому подошла. Подошла, опять же, с учетом того, что в Корее есть очень высокие технологии и что система здравоохранения является 4-е место в мире, она имеет. Итак, дальше. Мы идем, конечно же, с вами дальше. Почему? Почему? Потому что мне очень хочется сказать, как можно создавать денежный поток именно с этой компанией. Южная Корея, потому что самая инновационная экономика мира. С компанией, да, что мы сталкиваемся с тем, что как раз именно последние разработки используются в производстве косметики Атоми. И косметика подходит как для азиатской, так и для европейской кожи. Сегодня был, кстати, вебинар на Инстаграм, да, от нашей компании. Компания перешла на режим работы онлайн. И то есть нам не мешает вообще никак та проблема, которая есть, да, у людей, которые работают.
хочется сказать, что именно вот эти разработки используются, да, в производстве косметики Атоми, потому что это инновационная экономика мира. И именно вот косметическая продукция Атоми является основной составляющей продаж компании Атоми. Конечно же, мы сегодня об этом кратко поговорим. Мне очень хочется остановиться на философии компании. Философия компании – это абсолютное качество и абсолютная цена. Что же это означает? Здесь очень все просто. Суть философии – это продажа продукции премиального класса по доступным ценам для массового покупателя. Традиционной народной медицины и новейших технологий. Ну а в линейке продукции представлена продукция различная. Мы это с вами видим, то есть для здоровья, для красоты и домашнего быта. Компания Атоми, когда же она была основана? Она была основана совсем недавно, в сентябре 2009 года. Буквально в сентябре прошлого года ей всего было 10 лет, но, наверное, потому что Колмар и Кэри являются основными партнерами компании, это очень значимо. Почему? Потому что Колмар, V&H специализируется на массовом производстве продукции, разработанной в стенах НИИ Атомной энергии Республики Корея. То есть это основные партнеры, две компании – Колмар, B&H и компания ИНИ Атомной энергии Республики Корея – это Кэри. Компания Колмар является ведущим производителем элитной косметики и фармацевтических препаратов Республики Корея. И не только. Я, кстати, дальше скажу, да, об этом. И могу, кстати, могу сейчас сразу, да, сказать, что многие, наверное, не знают и думают, что только в Корее есть Колмар. Нет, ребята, Колмар – это концерн, который работает на мировом рынке более 100 лет и имеет штаб-квартиру в США. Вот. А в Корее, именно в Колмар Корее, он создал... Это Кэри и Колмар создали совместное предприятие. То есть таким образом компания Атоми, имея вот таких мощных партнеров, сегодня работает на рынке, но для компании Атоми Колмар выпускает более 100 тысяч наименований товаров. И хочу сказать, что именно Колмар как раз производит продукцию еще и для таких брендов, как L'Oréal, Johnson & Johnson, Amway, Mary Kay. Для многих, наверное, это будет открытием, потому что знают все эти компании, но никто не знает, что эту продукцию, вся эта продукция для сетевых этих компаний выпускается в Колмар. Да? Саша, Шанель, L'Oréal, Lancôme, Шисуда. То есть все, мы все с вами родом из компании Колмар, я об этом хочу сказать. Но я хочу, конечно же, сказать, что Колмар B&H, я сказала, да, что это за компания. Это ведущий производитель элитной косметики Кореи. Это основной центр изучения радиационных технологий и термоядерного синтеза. Важно понимать, потому что именно этот НИИ является катализатором корейской экономики, обеспечивая страну энергией атома. Итак, мы идем с вами дальше. Я сказала, что компания Атоми, это для нее именно выпускается, да, Колмаром более 100 наименований продукции. И, кстати, косметика состоит из практически живых ингредиентов с применением высоких технологий. Мы видели, что компания, что страна высокотехнологичная и занимает тоже одно из ведущих мест по высоким технологиям в мире. На сегодня мы знаем, друзья, что очень стремительно развивается электронная коммерция. На сегодня очень важно это понимать, почему, тем более в этих условиях, что электронная коммерция – это как раз для тех, кто сегодня сидит дома –
И я могу сказать, что очень много пошло запросов в интернете, как заработать в интернете, как заработать дома, как заработать мамочке или пенсионеру. Сегодня люди ищут, поэтому мы сегодня должны нести информацию людям, что есть такая электронная коммерция, которая стремительно развивается, что есть такой атоми глобальный интернет-магазин клубного типа. То есть торговля уходит в интернет, и это ни для кого не секрет, насколько это сегодня выгодно, удобно и практично. Почему? Потому что, во-первых, компания избрала именно для себя эту торговлю и продвижение товаров через интернет. Мы сегодня как никогда ощущаем это на себе, что это очень удобно. А такие площадки, как Amazon, возьмите, а площадка AliExpress, ведь они имеют многомиллионные прибыли, и на сегодня это прибыльное, очень прибыльное дело и перспективный способ продвижения товаров и услуг. И самое главное, что компания не останавливается на создании одной компании Atomy. Она как раз идет по принципу продвижения в дальнейшем товаров через интернет. И уже компания в соответствии со своими планами, глобальными планами, которые расписаны на 100 лет, она открыла в декабре 2019 года интернет-площадку, которая называется Озамол. Я всех вас поздравляю, вы находитесь у истоков развития новой глобальной интернет-площадки. Такой же, как Amazon, такой же, как AliExpress, ну я говорю такой. Видим с вами, на наших глазах будет развитие. То есть там, где будет представлен большой ассортимент качественных товаров со всего мира. В будущем это 10 тысяч наименований товаров. Сегодня создает вот эта вся ситуация. Мы понимаем, что мы находимся в нужном месте. Компания привлекательна. Да, она привлекательна тем, что мы, партнеры Atomy, сможем получать свое вознаграждение от рекомендаций еще и этой площадки. Ребят, это же очень здорово. Ведь ни для кого не секрет сегодня, что бизнес рекомендаций все больше и больше набирает обороты. Я даже могу сказать так, MLM вообще сегодня рулит все больше и больше, потому что все больше линейщиков вместо рекламы своей, которая есть как таковая реклама платная, используют рекламу от человека к человеку. И именно таким образом распространяется продукция Atomy по принципу сетевого маркетинга, да, от производителя к сети потребителей. То есть, чтобы очень просто начать бизнес с компании Atomy, настроить свой денежный поток, всего-навсего нужно зарегистрироваться на сайте, нужно указать своего пригласителя. И продукция, конечно же, производится вот у... И видели, кто это производит. Мы уверены в той компании, которая это производит. То есть напрямую с официального сайта, без нас. Это очень важно. Хочу сделать акцент на том, что цены в Atomy фиксированные, то есть цена одна для всех. Неважно, вы сегодня пришли, вы являетесь лидером компании или там имеете какой-то статус компании, цена одна для всех. Потому что, почему говорю об этом, буквально вчера меня спрашивал молодой человек, скажите, пожалуйста, какая розничная цена, какая вот для партнеров. Для всех потребителей, зарегистрированных в компании Atomy, цена одна. Если вы не зарегистрированы, то, конечно, вы видите розничную, будем так говорить, цену, которая является чуть выше. Такой момент. Спрашивают, есть ли пробники в компании, а если их нет, то почему? Могу сказать, что все пробники, которые есть в других компаниях, они включены в стоимость продукции. Я думаю, что это не очень всем как бы это нравится. Почему? Потому что увеличивается цена продукции. А потребитель платит за них, конечно же, даже если сами не пользуются ими, этими пробниками. Очень нравится лично мне еще и тем, кто уже использует.
их, не ждать, я скажу об этом тоже дальше, взять и сразу попробовать продукцию. Продукцию взять настолько, насколько у вас есть возможность. Самое главное, вы поймете, что она очень практичная. Вот она с минимализмом в дизайне, то есть простой, сильный, классный дизайн. Нет трат на дизайн, у компании как раз именно нет дополнительных расходов. А вот дизайн набора «Абсолют» в компании получается. Поэтому, конечно, компания не нацелена на, будем так говорить, да, на какой-то попугайский такой дизайн, чтобы привлечь покупателя. Компания в этом плане, в этом секторе именно производства, да, она тоже экономит на цене. И мы с вами можем сказать, как подытожим, да, что нет никаких дополнительных расходов. В этом заключается принцип распространения продукции Atomy по принципу сетевого маркетинга. Да. Нет у нас тех или иных лишних расходов. На сегодня на нашем сайте, на российском сайте, которым пользуются сегодня такие страны, как и Казахстан, и Кыргызстан, да, и, как уже заявлено, будут этим же сайтом пользоваться в дальнейшем страны СНГ, то есть русскоговорящие, да, пока не планируется для каждой отдельной страны делать сайт, в дальнейшем это будет, вот, но... Я хочу сказать о другом, что на нашем сайте более 60 наименований товаров, говорю, ну, значит, будет более 1000. А вот как они добавляются на сайт? Очень часто люди задают вопрос, когда будут, когда еще там добавится. Не забываем, что компания легальная, что компания серьезная. И на российском сайте все происходит по мере прохождения сертификации. То есть продукция добавляется именно по мере сертификации. Но стратегической основой экономики Atomy является философия must-teach. Что же это означает? Часто люди задают вопрос, что же это такое за слово, такое вот волшебное, да? Оно очень простое. И его, если мы переводим, да, то мы говорим о том, что же это означает, а это означает массовость и престиж. Как приятно иметь престижную продукцию для массового потребления. Суть заключается в обеспечении именно товарами абсолютного качества по абсолютным ценам. То есть, если вот эта продукция премиум-класса, она доступна, ну, для многих категорий людей. Я думаю, что если взять такую продукцию аналогичного уровня, то она будет для многих просто недоступна. Сегодня у нас есть возможность пользоваться этой продукцией, и именно на основе как раз этой философии. Конечно же, в компании очень широкий ассортимент товаров. Кратко пробегусь по ассортименту товаров, познакомлюсь. Мы регистрируемся в своем любимом, сегодня я говорю, любимом интернет-магазине, потому что вам компания дает интернет-магазин абсолютно бесплатно, абсолютно с большим таким мощным техническим обеспечением, финансовым, а ассортимент вам тоже пополняют. То есть у вас нет никакой проблемы. Кто знает, о чем я говорю, кто пытался делать свой сайт, лично я пыталась, я знаю, что это такое, создать свой сайт, заплатить за домены, за хостинги, за сопровождение компьютерное и так далее. Это большие расходы. Сегодня у нас у каждого есть широкий ассортимент товаров на своем сайте. То есть вы зарегистрировались, получили свой ассортимент как раз на вашем сайте, да, и продукцию для здоровья, и косметику, и продукты питания, и предметы гигиены, и кухонную посуду. Это будет дальше у нас, да. Кратко скажу, где и что. Вот, и чистящие, и моющие, и бытовая техника, и одежда, и обувь. Это все в целом есть у нас на российском и корейском сайте. Пройдемся кратко по ассортименту товаров, вот именно начиная с раздела продукции для здоровья. Конечно, не могу не остановиться на сегодня на хите продаж. Хит продаж – это Хемохим, который как раз является именно разработан не атомной энергией Кореи, да, вот в Корее, о котором мы говорим, который является партнером.
и это симбиоз старинных народных рецептов. Сегодня это самый востребованный продукт, он был во все времена, а сегодня особенно актуален. Почему? Потому что мы знаем, что сегодня иммунитет для нас, для всех это очень важно. Но я хочу сказать о другом немножко, что на его разработку в рамках национального проекта было затрачено 8 лет. Услышьте, 8 лет. Компании 10 лет, да, а он создавался 8 лет. И около 5 миллионов долларов. Он запатентован сегодня, конечно же, в Корее, он запатентован в Америке, он запатентован в 4 странах Европы. А, Светлана, отвечу на ваши вопросы чуть позже, вижу. Я хочу сказать о том, что чем он хорош, самое главное его действие, он очищает и активизирует работу НК-клеток, очищает кровь, то есть влияет на кровотворную систему организма. Вопросов по химохимии. Информации очень много, поэтому рекомендую изучить. И когда вы начнете работать с этим, вы это поймете. Не могу не остановиться на красном женьшене, хансамдам, красный женьшень, он в гранулах. Именно в свое время, в 16 веке, именно Китай был основным потребителем красного женьшеня. Это был такой императорский продукт, ребята, услышьте, он был запрещен вообще простому населению для употребления. А, то есть использовали его только императорские семьи. Сегодня он у нас с вами возможен к употреблению. Вы представляете, он в мире такого продукта больше нет. Производится он только в Корее. Поэтому понимание вот этого лично меня просто впечатляет, потому что женьшень, он в гранулах, он применяется в качестве общеукрепляющего, тонизирующего средства. И у нас с вами, я уже не говорю тоже здесь и о работоспособности, об иммунитете, о бессилии половом и так далее, то есть гастрит, гепатит и так далее, это очень шикарный продукт, который можно покупать на российском сайте. Он нам с вами доступен, как тем императором в 16 веке китайским. А витамин С на этом же слайде мы видим, к сожалению, его сегодня нет ни в России, ни в Корее, он раскуплен. Вот. И, конечно, он играет тоже важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов. Омега-3 пока еще на российском сайте есть. Это, конечно, польза омега-3. Но можно сказать, пользу, я думаю, что вы изучите. Кто любознательный, можно это все изучить, не проблема. Это тема отдельной презентации. Я вас кратко готовлю с той продукцией, которую на сегодня просто стоит обратить внимание. Поэтому самое главное, что он у вас... эти продукты, потому что омега-3 нужна практически всем слоям населения. Классный продукт, который вот ниже вы видите слева, да, в самом начале под химохимом, это патчи для тела, это для суставных болей, мышечных болей, связки, артриты, дыхательные пути. Кстати, даже кто-то уже, я знаю, в маске уже их прикрепляют, вот, то есть там эвкалиптовые масла, и это как раз позволяет тоже уже использовать вот в этой ситуации. Народ у нас, конечно же, все, да, кто что гораст на все возможные использования и поиски каких-то своих средств. И, конечно же, атоми, именно охлаждающие патчи, это те патчи, которые мы ждали. Первый раз они вообще у нас разлетелись с сайта. Сегодня они еще пока есть. Здесь же мы видим с вами пробиотики. То есть я говорю о самых востребованных продукциях для здоровья, которые есть на российском сайте. Пробиотики, 3 вида бифидобактерий. И лактобактерии – это остальное. То есть, если у вас проблемы кишечника, они создают эффект еще второй печени. Поэтому рекомендую вот обратить внимание на эти продукты. Тем более сейчас, в условиях вот этого проблемного состояния всего нашего. Да? Мы переходим дальше. Что же мы дальше имеем с вами? А в этой же компании, конечно же, не могу не сказать о косметике. Косметика инновационная. Мы сказали, да, уже о том, что у нас компания в высокотехнологичной стране находится.
Косметика – это, конечно же, одно из направлений развития компании Atomy, и мы видим на этом слайде инновационное одно из направлений – это Atomy Absolute Cell Active. Это комплексная система, чуть-чуть наименование. Рекомендую с ней познакомиться на сайте, заходите на сайт, влюбляйте в свою продукцию, изучайте свой магазин, и вы будете поражены тем, что вы имеете, можно сказать, вот на второй, как раз вторая картинка, это разработанная серия специальная для профессионального вечернего ухода в домашних условиях. Конечно же, если вы начнете ею пользоваться, вы увидите, как преобразится ваша кожа и насколько она будет защищена уже и насколько будет увлажнена. Поэтому, ребят, а еще вот третий внизу, вы видите, картинка, это инновационная система FAME от Atomy. Это 5 шагов к идеальной коже. Это последняя разработка компании, которая пришла на смену, можно сказать, изначально старичка, будем так да, говорить, основателя продаж компании. Это был 6-этапный набор, а на сегодня вот на замену ему пришел 5-этапный вот этот набор FAME, в котором серьезные натуральные ингредиенты, и, конечно же, там применена, да, ребята, 4-этапка реально работает. Ну, здесь врать просто нет смысла никакого, вот, поэтому то, что здесь применена вот этой в 5-этапном FAME особая технология микрокапсулирования, она помогает активным веществам, ведь это очень важно. Очень серьезная такая заявка компании именно в этом плане. А система FAME, еще вот такой момент, она прошла дерматологический тест, тестов, да, в это, который называется дерматест. Именно там происходит экспертность, да, тесты всех дерматологические на, по всем уважающим себя компаниям, да, в этой, именно в этом институте. И она получила в Германии оценку отлично. Вы представляете, что это за продукция? И, конечно, наши мужчины не обойдены. У нас сегодня есть прекрасная эксклюзивная линия для мужчин Atomy Men. Вот выше, да, справа в самом уголочке. И, конечно, именно этот набор. Такая с тонким дорогим ароматом, уже проверена, в семье тоже оценена. Не могу не сказать, конечно, для тех, у кого есть проблема с выпадением волос, обращаю сразу внимание на набор Абсолют от выпадения. Это полноценный профессиональный уход. Если вы его попробуете, это 100% гарантия того, что ваши волосы будут радоваться и благодарить вас за то, что вы использовали этот продукт. Конечно же, щетки зубные Atomy, да, здесь, я думаю, что вы тоже, конечно же, со всеми продукцией, со всей познакомитесь. Чем же они так хороши? Хороши они очень многими такими, да, факторами, но самое главное, что они антибактериальные, что они имеют содержание ионов золота, вот, и то, что они имеют округлую миниатюрную форму вот щетинки и не повреждают десна, и с использованием нашей пасты и щеток вы 100% избавитесь, практически очень многие, я в том числе, избавилась от кровоточивости десен. Я никогда не думала, что можно от этого избавиться. И я думаю, что это проблема очень у многих. Детки любят эти щетки тоже, и пасту, и щетки. Маленькие детки, которые используют это, и по вкусу, и по качеству щет, а по вкусу пасты, конечно же, тоже очень комфортное использование. Жидкое мыло. Ну, мыло сегодня актуально, это бактерицидное питательное воздействие на кожу рук, вы можете его заказать, вы можете его попробовать, всю его составляющую внутреннюю можете изучить, конечно, хотелось бы сказать, что самое главное, в чем его прелесть, в нем натуральные ингредиенты, оно увлажняет, оно питает кожу до глубоких слоев эпидермиса и оказывает антисептическое востребованный продукт. Ну и есть еще в составе бергамот, который
Да, ну, у каждого свое, ну, как бы отвечу на вопросы. Хорошо, Чолпон, я вижу вас. Эфирное масло апельсина добавляет вот как раз такой вот цитрусовый аромат. Очень приятно им пользоваться. И мы идем дальше. По пасте я не буду тоже задерживаться. Самый главный акцент сделаю, что она, во-первых, прозрачная. Во-вторых, ее составляющей является естественная как раз прополисная вот, защита. Да? То есть это природный антибиотик, мы это все знаем. Но я хочу сказать о другом, то есть о том, что этот прополис именно в этой пасте водорастворим. И именно эта технология разработана в стенах НИИ атомной энергии Кореи. Эти компании, которые являются партнерами компании Атоми. Продукты питания в компании представлены очень широкой тоже линейкой. На корейском сайте мы, конечно же, видим больше продуктов, но хочу сказать, кстати, это кофе с молоком, кофе черный, картофельная лапша, да, она в коробках и вот в стаканчиках, есть морская капуста. Чем же они все хороши? Да, они хороши тем, что, во-первых, из Бразилии, да, и Колумбии, сортов арабики. А еще то, что когда меня спрашивают, говорят, вот чем же эта лапша хороша, чем вот она вот такая там дороже, да, вот, но по граммам, если посмотреть, то можно, конечно же, немножко сравнить. Всегда рекомендую сравнивать. Сравните цену пасты, сравните цену щетки. Лично я видела даже цену щетки вот в частной клинике у нас здесь. 500 рублей одна щетка, а у нас коробка 8 штук 600 рублей. 75 рублей одна штука. Ребята, пользоваться такими щетками, это просто сказка. А кто-то на этом зарабатывает тоже. Зачем переплачивать? Мы все любим экономить. Вот такие вот, многие используют их как чипсы, да, и для деток, и для себя морская капуста. Искусственных добавок. И, опять же, используется масло из Испании в соответствии с самыми высокими стандартами, которые выращиваются из оливок в Испании. Поэтому, конечно же, приятно. Продуктами и еще экономить на этом. Самое главное сегодня в условиях наших, то, что мы... Посуда для кухни. Многие хозяйки, конечно, это все хотят, любят, я в том числе. А вот наверху, на самом справа, мы видим кастрюлю Wok. Кто знает, я о чем говорю. Wok, да, есть блюдо. Вот очень шикарная кастрюля. По цене и качеству. Чем она хороша вообще? По цене. Могу сразу сказать, что, во-первых, если вы сравните с Цептором, то, конечно, это значительно здесь дешевле. Но хороша она тем, что это высококачественная медицинская нержавеющая сталь. Это набор кастрюль, да, если мы говорим о MediCook, называется. Абсолютно гигиенический, безопасный материал для человека. Это очень здорово, мы к этому многие относимся. Сегодня очень, да, с подозрением покупаю посуду. Ну и она хороша тем, что она подходит для всех, для различных плит. От газовых, электрических, керамических, галогеновых, в общем, какие есть, подходит для всех плит. Но не могу пройти мимо ножей, которые вы видите слева, да, японские ножи, которые называются Атоми Мино, это кухонные ножи, производятся, да, вот вы пишете, да, Чолпон, моя мечта, наверное, тоже. Для этого мы с вами находимся в компании, чтобы зарабатывать и создавать денежный поток, покупать всю эту продукцию. Производство Японии, вот именно эти ножи, это как раз благодаря стратегии GSGS, о которой мы сегодня с вами чуть дальше поговорим. А посуда мы рассмотрели, моющее средство, это опять же мечта любой хозяйки, которая здесь присутствует, и не только, я думаю, что и хозяев тоже. Вот я хочу остановиться на эко-стиральном порошке листовой. Вот то, что находится справа в углу, такого порошка у нас уже не будет. На замену ему пришел порошок листовой, стиральный. Он всего 180 грамм. И вот именно этот
Шок. Он не вызывает аллергии, он подходит для детской одежды в том числе, он не разрушает структуру ткани. И я хочу сказать, что именно этот порошок будет на российском сайте в скором времени. Поэтому мы его ждем, и я думаю, что мы все оценим. На сегодня он пока есть на корейском, я уже вот, ну, как бы знаю, где-то он там стоит. Вот, но кто хочет, может выписать, и многие из нас это делают. Конечно же, есть моющие средства в компании, которые без химиката, которыми пользоваться приятно. Это моющие средства с природными компонентами. Потому что у нас будет очень серьезная сумма по доставке, потому что эта продукция очень тяжелая. Вот, но я думаю, что в дальнейшем это у нас все впереди. Мы знакомимся с продукцией, мы очень хотим ее. И в дальнейшем, для этого мы сегодня с вами здесь, я опять говорю о том, что мы создаем свой бизнес, мы создаем свои возможности. Бытовая техника в компании тоже есть. И, конечно же, не могу не сказать об очистителе воздуха, который был недавно анонсирован. Вот, видите, уже получили порошок, да? Очиститель очистки воздуха по приемлемой цене. Понимаете, даже здесь, опять же, упор и акцент на приемлемую цену. А есть, конечно же, различные другие, да, техника бытовая, другая. Количество будет ее как раз еще на замол. Это все наше с вами будущее. Поэтому еще вот здесь, кстати, очень хороший фен, мощный, он долговечный, и он безопасен и применяется в салонах красоты, тоже может. И вот, кстати, очиститель воздуха я так прибрасывала, где-то он выходит 50 тысяч рублей. Я думала, ого-го, как дорого. А у меня один партнер говорит, я хочу выписать, как это сделать. Поэтому, когда мы говорим о том, что у людей денег нет, ребят, не стоит об этом даже задумываться, у каждого свой денежный порог, да, и поэтому просто делимся информацией, больше от нас ничего не требуется. В компании очень большой спектр продукции именно в линейке одежды и обуви, а многие уже ознакомились с ней, да, это и футболки, и брюки, и белье, которое термобелье, да, и трусы, и носки, шикарное женское белье. Поэтому, ребят, женское белье могу сказать, что просто прекрасное, да, мужские вот эти трусы, они очень востребованы, очень хорошо раскупаются в Корее. Поэтому просто приятно, с Суприма хлопком приятно его в руки брать, это как раз Суприма хлопок, это и полотенце, это и белье постельное, это вот эти футболки. Говорить много можно об этом, вот, но хочу немножко сделать еще акцент на безопасности продукции. Ребят, безопасность продукции в компании – это превыше всего. Стандарты GMP и стандарты HSSP, они присутствуют практически на каждом нашем продукте. А что это означает? GMP – это надлежащее производство. Производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Обратите внимание, как это все серьезно. А система HSSP обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов в любой точке процесса производства, поэтому и хранения, и реализации, то есть где могут какие-то возникнуть ситуации, да, проблемы. То есть это все для предприятий, производителей пищевой продукции. Это требование применяется также и к поставщикам сырья, обращая внимание на это, и вспомогательным материалам. То есть все здесь очень серьезно. Почему акцент делаю на этом? Потому что, приобретая в Атоме продукты со знаками вот этими HSSP и GMP, мы с вами можем полностью быть уверены в их высочайшем качестве
и безопасности для нашего с вами здоровья и здоровья наших близких. На сегодня это очень важно. И еще могу сказать, что когда у нас, допустим, есть, приходит продукция без этих знаков, не пугайтесь, она проходит через нашу компанию, не надо бояться. Бывает такое, что есть в компании, да, поставки в англоязычные страны, там нет требований вот именно установления этих знаков, и компания на упаковке просто этого не делает. То есть страшного ничего нет, бояться не надо. Мы должны понимать, что для наших стран отдельной упаковки нет, а делается это вот в двух направлениях. Корейская, да, и вот англоязычная. Ну, думаю, что скоро, наверное, китайское точно будет направление, так как Китай открыт. Ну и Индия еще. Компания открыта всего-навсего в 2009 году. Я уже говорила, что в прошлом году мы 10 лет отпраздновали компании, да. Но в следующем году компания открыла свой первый филиал в США. Зульфия, зависла у вас и звука нет у вас. Перегрузите компьютер или перезайдите. И еще вот такой момент. Компания-то открылась в 2009 году. Я вот на этом как раз слайде показаны первые продукты. Вообще, с чего начиналась компания Атоми? Компания начиналась как раз вот с шестиэтапного набора, которому как раз на замену пришел вот пятиэтапный, о котором я говорила, Фейм, да, и наш дорогой мой любимый Химахим. Поэтому с двух продуктов всего начинала свою работу компания. Это очень важно, это мы должны понимать, что всего-навсего два продукта, и именно с этими двумя продуктами состоялись многие люди, которые уже империал-мастера в этой компании. Всего два продукта. Когда мы говорим о том, что у нас 60 наименований, это мало, я просто рекомендую, загляните, допустим, на американский сайт, который как раз был открыт в 2009 году, и сколько там продукции. Рекомендую, поинтересуйтесь. Мы плавно переходим на любой сайт из своего кабинета в любую страну. Сегодня компания работает в 17 странах мира. Здесь вы видите как раз полный список, но буквально уже, да, скоро у нас еще открывается, уже открылся, здесь, кстати, нет у меня списка Китая, и скоро откроется Турция, то есть мы на наших глазах мы видим, сколько открывается стран компании Атоми, да, то есть насколько завоевывает она международный рынок, и мы с вами двигаемся вместе с ней, и не забываем то, что компания зашла в Китай, да, это опять же влияет на общий товарооборот мировой компании и, естественно, на наше вознаграждение. Не забываем об этом. Стратегия компании GSGS, что же это такое? Глобальные ресурсы для глобальных продаж. Вот именно в рамках этой стратегии как раз в каждой стране есть конкурентный товар. Вот что нужно понимать, да, что это такое стратегия компании. То есть в каждой стране есть конкурентный товар, и компания будет играть вот именно важную роль в экспорте и импорте этих товаров. А мы с вами являемся центрами, ну, такого рода, наверное, как терминалы, да, для продвижения в каждой стране любого товара из любой вот карты мира, которую мы с вами видим на этом слайде. Поэтому компания создает как раз в рамках этой стратегии площадку Азамол, о котором я говорила, да, и где будут представлены лучшие товары, лучших мировых брендов, вот, лучшие также услуги повседневного спроса. Вот, и в декабре мы уже с вами знаем многие, да, что состоялся запуск этой площадки уже в Южной Корее. Кто-то даже, я знаю, что уже пользуется этой площадкой через своих корейских спонсоров, у кого есть такая возможность, и это здорово. Мы можем с вами тоже перейти, если зайдем на сайт корейский, перейти на сайт Азамол и посмотреть, что же там вообще происходит, какие там товары. То есть это тоже реально на наших глазах рождается вот эта стратегия и рождается эта торговая площадка.
каковы же формы участия в компании? Да? На сегодня у нас наша форма участия – дистрибьютор-покупатель. Вот уже как таковой покупатель – это только в компании, ой, в странах, которые на сегодня на предрегистрации. А все те, кто сегодня уже зарегистрирован – это Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия – мы сегодня в статусе дистрибьютора-покупателя. Я, конечно, вас всех с этим поздравляю. Почему? Потому что когда мы начинали работать в прошлом году, в 2019 году, да, в 2018, этого не было. Мы были покупателями все, у нас не копились товарооборот групповой в нижних ветках, и то есть, ну, какой-то часть товарооборота мы многие потеряли. Сегодня у вас, я почему об этом тоже вопрос, как раз акцент делаю, чтобы вы слышали это и понимали, что если вы зарегистрировались, то вы уже прям практически становитесь дистрибьютором. И вы развиваете сеть в своем интернет-магазине, с чем я вас и поздравляю. Ваша форма участия и покупатель, и дистрибьютор. И это, я думаю, что здорово. И, кстати, запись будет, да, я записываю. Кстати, я хотела бы сказать, друзья, вот сегодня у нас очень много вокруг нас, да, много людей, которые, у меня даже в семье так было, и от какого-либо участия люди отказываются в MLM-компаниях, в MLM-бизнесе, в MLM-компаниях. Все говорят, что мой реальный опыт, он подтверждает, что нельзя работать в MLM-компании, там не зарабатывают, и очень много в окружении таких людей, которые не верят в MLM-бизнес, которые не верят в сетевой бизнес. Кстати, поставьте, пожалуйста, восьмерочки, у кого в окружении вот были такие люди, кто не верит, кто не понимает, кто вам говорит и крутит у виска и говорит, куда же ты пошла в очередной раз или ты пошел. Вот, я думаю, что таких много. Поставьте, пожалуйста, у кого есть такие люди в окружении. Да, да, вот. Отлично. Вот это подтверждение, опять же, того, что у нас у всех много таких вокруг людей. Но я хочу сказать сегодня, что в Атоме много сегодня вот таких успешных, которые как раз под категории восьмерочка попадают. Они многие сегодня успешные и независимые. Те, которые не верили в сетевой, те, которые не были сетевиками. Могу сказать вам, я вам уже представилась, я тоже госслужащий, налоговик. Я никогда не думала, что я буду сетевиком, и я буду этим гордиться, потому что я работаю в реальной серьезной компании. И когда к вам придут эти люди, люди, которые не хотят нигде участвовать в MLM-бизнесе, они боятся этого, да пусть они станут потребителями. Приглашайте их на то, чтобы они стали просто потребителями, используют пусть интернет-магазин. Но я вам гарантирую, когда люди увидят, с учетом того, что у нас есть возможность быть дистрибьютором-покупателем, да, они увидят свою сеть в сетевом магазине. В своем магазине, не в моем, не в вашем, а в своем. А примеров таких у меня вот лично уже масса. А продукт ведь людям понравится. Они увидят, что в Атоме бизнес доступный всем. И, кстати, даже тем, кто на госслужбе. Почему? Потому что сегодня любой госслужащий может быть потребителем в интернет-магазине. Пусть он называется покупатель, дистрибьютор и так далее, неважно. Но человек будет, находясь на госслужбе, почему акцент делаю? Я сама была на госслужбе, я недавно была в налоговой инспекции, оставляла им, девчонкам, визитки, говорю, девочки, зарабатывать можно большие деньги в другом месте совсем, понимаете? Мне не стыдно оставить свою визитку, потому что это легальный, серьезный, надежный бизнес. Мы работаем мы легально, и компания работает легально, в любой стране, куда она заходит. Поэтому это самый правильный бизнес. Поэтому те, кто поставил восьмерочки, я думаю, что эти люди ваши все равно увидят сеть в своем магазине. Они увидят и поймут, что это бизнес, в котором нельзя потерять деньги. И почему нельзя потерять деньги? Потому что мы сменили магазин и сходили в другой магазин. Все. А у нас нет здесь какого-то там потери денег, что мы там потратили, какой-то пакет купили или закупили какую-то ненужную продукцию. Здесь этого делать не нужно. Поэтому, конечно,
покупатель вы или покупатель-дистрибьютор, конечно же, решать вам. Если вы уже решили для себя, что вы дистрибьютор, то вы, конечно, активно строите сеть. Вы заключаете в дальнейшем, когда увидите вы свои денежки, когда вы поймете, что у вас уже есть групповой товарооборот, что у вас в нашем кабинете, который называется спонсорское вознаграждение, вы увидите там прям ваши денежки на выплату, тогда я вас точно поздравляю, вы скажете, что я готов оформить индивидуальное предпринимательство для получения выплат. Конечно, накопите сумму определенную, вы это увидите, вы проверите, вы посмотрите. А сегодня компания идет навстречу и дает такую же возможность. Вы можете это накопить, а потом просто одной суммой это все вывести, когда вы представите документы ИП. Не надо этого бояться. Сегодня у нас большая возможность для того, чтобы избавиться от того, что у нас сегодня у многих есть проблемы. Да? Компания вам дает возможность увидеть деньги на вывод, и вы только потом открываете ИП. Все, ничего абсолютно страшного. А преимущество маркетинга Атоми. Я вам отвечу дальше, я читаю вопросы немножко, да. Преимущество маркетинга Атоми. Бесплатная регистрация, нет стартовых пакетов, бесплатное обучение, бесплатное пользование сайтом, отсутствуют взносы. Вы видите, все бесплатное, нет установленных лимитов, нет обязательно, не надо покупать продукцию, схема построения сети потребителей бинар, нет никаких закупок. И самое главное, что тоже нет никаких вот лично то, что лично накопленные баллы сохраняются, они не сгорают, как во многих компаниях. Ребят, здесь ничего не пропадает зря. Поэтому еще момент. Рост структуры бесконечен и не ограничен. А начать бизнес можно, купив продукцию на 2-3 тысячи рублей. Где вы такое видели бизнес, чтобы начать работать с 2 тысяч рублей? Даже в этих условиях, которые сегодня у нас есть у многих, да, как раз сегодня нужно опять разобраться в этом, посмотреть и понять. Мы все равно не перестаем пить чай, кофе, там, я не знаю, чистить зубы, мыть голову. Вы все равно будете это делать, так или иначе. Поэтому, конечно же, эти преимущества маркетинга надо обязательно будет использовать в вашем понимании этого бизнеса. Вы разберитесь с этим. Здесь нет никакого вранья, нет никакой там, я ничего не придумываю, это все так и есть на самом деле. Но хочу сказать еще такой момент, да. Как раз, когда мы говорим о том, какова же система бизнеса, каким образом вообще создается этот наш денежный поток, откуда он берется. Когда люди задают вопрос и говорят о том, что да, каким образом вообще зарабатывать можно здесь деньги, кто-то говорит, вот я зарегистрирую 20 человек, ну я вас поздравляю, зарегистрируйте 20 человек, но я вам скажу, как их зарегистрировать, потому что это действительно... Сегодня вообще в чем прелесть MLM-индустрии? Она как раз в том, что нет ограничений, нет планки какой-то по выплатам. То есть у нас есть ограничения, но это очень такое глобальное ограничение, о котором даже сегодня здесь не стоит говорить. Вот. И когда мы говорим о том, какова схема построения бизнеса, мы говорим о том, что сегодня это бинарный маркетинг. Чем же он хорош? Давайте рассмотрим. Но, так, сейчас, секунду, еще хотела, мысль потеряла. Ладно. Вот, система построения бизнеса, бинарный маркетинг, да. Если мы с вами сегодня рассматриваем, да, возможность построения нашего денежного потока, мы понимаем, что сегодня на работе, если мы работаем, да, то, конечно же, мы больше не получим того, что нам определено там работодателем, я не знаю, окладом, госслужбой, там, неважно, бюджетной организацией или какая, все. Больше у вас потолок. Дальше вы никуда. А в сетевой индустрии, если ты делаешь больше, то твои доходы, конечно же, только растут. Поэтому планки как таковой, конечно же, нет. Но я считаю, что главное,
незнание у человека, да, как создать денежный поток, оно связано непосредственно именно с личностью человека. То есть человек не знает, в первую очередь он, конечно же, абсолютно, допустим, у человека нет ответственности. Это же беда, это беда у многих. А если у человека нет желания обучаться чему-то новому, это тоже проблема. А опять же, отсутствие желания погрузиться и принять информацию вот от наставников, от лидеров, от вот таких брифингов, тоже кто-то начинает скептически там относиться к этому, кто-то не понимает, кто-то не пытается понять. Но я хочу сказать о другом, именно вот как раз в свете этого вот слайда, что именно вот лидеры, именно спонсоры, они заинтересованы в успехе новых партнеров. Потому что это правило сетевого бизнеса. Чем больше финансово независимых партнеров у вас, тем больше у вас, конечно же, будет денег. Поэтому, конечно, роль наставников, роль людей, которые уже имеют опыт работы в этой компании, их роль – обучить вас и запустить процесс. Почему? Потому что, ну, я думаю, что каждому на начальном этапе нужно помочь тем, кто желает вообще вырасти, нужно их поддержать. Почему об этом говорю? Когда мы начинали в компании работать в 2017 году, у нас не было практически ни понимания бизнеса, ни видения бизнеса, ни легальности бизнеса, ни маркетинга на русском. Вообще ничего не было. Но мы в это верили. Мы сюда пришли, мы работали с 2017 года, да, мы бесплатно, там люди регистрировались, кто-то сдулся, кто-то слился, это личное дело людей, те, которые пришли и ушли. Но мы помогаем тем, кто желает вырасти, и поддерживаем их. Поэтому это новые лидеры, которые тоже со временем также подготовят таких же лидеров. Вот это здорово. И, конечно же, этот процесс, он позволит вам запустить денежный поток. И его сейчас я вам покажу, что же это, откуда он берется, этот поток. Потому что когда новичок приходит, да, он получает вот какую-то, да, он получает рекомендацию, он пришел в компанию, он может, этот человек занимает две позиции. Мы с вами видим в окружении, в своем у партнеров вот таких людей, которые один, позиция одного человека, он говорит, окей, да, я буду делать, я готов. А есть другой, он зарегистрировался, он сидит, он молчит, он не пробует продукцию. Это его, это вторая позиция человека, да? Он сомневается, он говорит, да я пробовал, я был там, я не знаю, у меня ничего не получилось. Все, это вот те две позиции, которые человек приходит и занимает их в компании. Все, то есть вопрос в чем? Вопрос в том, что новичок или принимает систему работы в компании, или отталкивает ее. Если как результат, конечно же, он принял, и он понимает, что у него есть уже результат, он понимает, что он делает, он слушает своего наставника, он присутствует на всех брифингах, и он, конечно же, все в процессе создания своего денежного потока. Или второй, он считает, что я знаю лучше, а есть еще много сетевиков таких, которые с короной на голове, да простят они меня, вот, и они тоже говорят, что я все знаю, я все умею, ну а результата-то нет, у многих нет результата, несмотря на то, что они сетевики, я с уважением отношусь к этим людям, но когда люди говорят, что я все знаю, и я все умею, ну, как правило, в каждой работе в компании, да, специфика немножко своя. Поэтому, как правило, у таких людей создать денежный поток таким людям будет очень тяжело. И поэтому я делаю на этом акцент, что все-таки, конечно же, надо понять и разобраться, откуда здесь берутся деньги, а система бизнеса, вот она простая, бинарный маркетинг. Что же это такое? Это всего-навсего. Вы пришли в компанию, вы строите свой бизнес, вы управляющий в своем магазине. Не надо этого бояться, надо это наоборот с радостью принять и понять, что вы, вот он, вы радостный, вы получили в магазин от компании бесплатно интернет-магазин. Попробуйте создать, я об этом говорила уже, да? Вот. А вы сеть свою строите потребителей. Каким образом? Пригласить всего два человека в компанию, которые будут чистить зубы и пить кофе там, или мазать лицо кремом, или там покупать одежду, обувь. Я думаю, что это абсолютно несложно.
Правильно? Поэтому, когда вы строите свой бизнес, начинайте с того, что вы поймете этот бизнес, разберитесь в нем. Сейчас мы дальше поймем, откуда деньги. Вы зарегистрировались сами, вот они. Вы пригласили двух человек, всего двух человек. И если каждый из вас пригласит по два человека, и даже в этих условиях, ребята, каждый из вас, каждый человек сделает покупку в месяц для себя, для своей семьи, для любимой семьи, какую-то продукцию купит, пусть кофе, пусть пасты, пусть щетки, неважно, мы сейчас рассмотрим возможность вступления стартового пакета в этот бизнес. Все, и это до бесконечности. Вот ваш бизнес, вот он весь. То есть начинается он всего с двух человек. Все, у вас левая сторона и правая сторона. Вот он бинар. И вот здесь как раз уже начинается ваш денежный поток. Когда вы донесете это своим людям, если вы уже сами это поняли, вы донесете своим людям, что они точно так же, два человека. Конечно, если вы активный, вы можете под каждого из этих людей дальше строить цепочки по бинару. Но это немножко можно, дальше я покажу, да. Вот. В чем смысл? Смысл очень простой. И создание денежного потока в данной компании благодаря этому маркетингу тоже очень просто все это делать. А что нужно для того, чтобы начать бизнес с компанией Атоми? Многие ищут на просторах интернета, конечно, сегодня я тоже это вижу, вот, потому что там очень много предложений, есть хорошие предложения, абсолютно не спорю. И, кстати, сегодня вот кто видел и знает хорошие предложения работы, да, в интернете, на земле, вот какие ваши предложения, что мы сегодня можем предложить друг другу, где зарабатывать деньги, вот именно сегодня, скажите, пожалуйста, кто может что предложить, зарабатывать, какие возможности у нас, там, я не знаю, инвестиции, работа в магазине, там, быть врачом, работать в сетевом, в компании там Арифлейм или в компании Атоми или еще где-то. Кто думает вот об этом, да? Какие у нас есть с вами варианты? Напишите свои варианты. Да, инвестиции, да, согласна, Елена, согласна, но только нужны большие деньги на инвестиции. Да, вот Ульяна пишет, Атоми, да, хотя сама медик работает в стоматологии, пишет только Атоми. Вот, дальше, сетевой маркетинг, да, да, Айнура, в наших сегодняшних условиях это, конечно, поэтому вот начать бизнес с компанией Атоми, да, видите, многие пишут Атоми. Конечно, я понимаю, что те, кто здесь находится, рассматривают себя, для себя эту возможность именно как ту идеальную, и единственно возможную. Есть у нас, конечно же, другие возможности, но для других возможностей нужны другие деньги. Рассматриваем сегодня возможность начать бизнес с маленькой суммы, потому что мы все знаем, в какой ситуации сегодня люди находятся. И на нашем аккаунте всего надо иметь 10 тысяч PV. Что это такое? Это всего-навсего сумма вашей покупки, да, личные ваши баллы. Сейчас мы, да. Спасибо всем за обратную связь. Это сумма баллов за все покупки продукции, которые вы делаете на свой один номер. Вот, вы сделали покупку на свой один номер. PV у нас на сайте, вот они везде есть, проставлены под каждым продуктом. Ну, а чтобы сохранять статус участника, вам необходимо делать минимум одну покупку в год. Я вас поздравляю, кто хочет зарегистрироваться и зарегистрировался в Атоми, для того, чтобы делать по одну покупку в год, ну, будет бизнес ваш длиться очень долго. А те, кто нацелен на другой результат, то, конечно же, желательно хотя бы как минимум в месяц раз делать покупку на какую-то хотя бы, по вашим возможностям, минимальную покупку. То есть это уже ваша стратегия, стратегия вашей команды, и вы уже определяете, как вам двигаться и как работать. PV – это point value, это ball point, это внутренняя расчетная единица стоимости товара. И именно она как раз используется для начисления вознаграждения дистрибьюторам. Ну и что, с чего можно начать стартовать как в Атоми?
Всего 1500 рублей или 1400 рублей. Даже в этих тяжелых условиях как раз можно начать свой бизнес, понимать, что вы в серьезном бизнесе, и понимать, что вы стартовать в Атоме можете. Вот первый набор представлен здесь всего-навсего на 1500 рублей, и я вас поздравляю, 10 тысяч PV будут вот как раз составят вот эти две покупки. То есть система для полости рта и зубные щетки. Все, и вы в бизнесе, ребята. Второй набор. Маленькие зубные пасты. Купили по 4 коробочки, 4 набора, в каждом по 4. Кому-то подарили, кого-то удивили, кому-то порадовали. Риска никакого. Вы потратили 1400 рублей. Все. Где еще такой бизнес? Я лично не знаю. Я 5 лет на просторах интернета прошла тоже очень много всего, поэтому понимаю, о чем сегодня я говорю. А какие комиссионные вознаграждения в компании Атоме? Это три вида. Основные, мастерские и бонусы за образовательный центр. Вот лично у меня сегодня и это есть, и это есть, и это есть, потому что у меня есть образовательный центр. А вот, и основные это структурные, это то есть от степов, а мастерские это уже лидерские бонусы, когда вы достигаете, да, Дина, точно, мы в тренде, вот видим, да. Да, бонус за образовательный центр получает каждый руководитель образовательного центра в зависимости от товарооборота, который проходит через его центр. То есть сбалансированный маркетинговый план как раз выражает стремление компании обеспечить успех каждого участника. Вот это очень здорово. Никто здесь ни на кого не давит, никто ни на кого не наступает, никто никому ничего не должен. Вы работаете сами, самостоятельно, в своей скорости, в своем режиме. И, конечно же, получаете комиссионное вознаграждение. Но, ребят, когда мы заходим в компанию, конечно же, я не знаю, как вы, я первый свой заказ ждала просто вот, ну, это был Химахим, для меня он был тогда очень жизненно необходим. В декабре как раз компания открылась, я купила сразу 4 коробки Химахима, и, кстати, с кредитной карты, многие говорят, нет денег и того и сего. Каждый, конечно, для себя решает сам. На тот момент было актуально для меня купить Химахим, чтобы срочно делать что-то со своим здоровьем. Вот, потому что я уже махнула на него рукой. Да, и я через 2 месяца получила шикарные результаты. Но я о другом, что это волнующий момент в любом бизнесе, когда в сетевом тем более вы получаете продукцию, которую вы не знаете. У вас ее никогда не было. И точно нет у вашего окружения. Вот это здорово, да? Поэтому я хочу сделать акцент на том, что имеет смысл сделать первый заказ как можно быстрее. Опять же, некоторые регистрируются, я всегда спрашиваю, для чего зарегистрировались? Это же интернет-магазин. Но надо сделать покупку и надо попробовать. Что-то же вас заинтересовало в этом интернет-магазине? Тогда сделайте первый заказ как можно быстрее. Чтобы не только попробовать, но чтобы не потерять еще важный момент, ни одного группового поинта от вашего, от вашей растущей команды. Потому что сегодня у нас с вами с февраля месяца есть такая возможность. Кстати, вот как раз мы говорим о комиссионных вознаграждениях, поставьте, пожалуйста, десяточки, кто у нас уже здесь, вот в нашей комнате, получает вознаграждение от компании. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Я получаю по вторникам, семья моя радуется каждому вторнику. И вторник у нас сегодня любимый день. Почему? Потому что каждую неделю мы получаем деньги от компании. Вот. Вот, сколько нас уже здесь, поэтому новички, дорогие новички, смотрите на то, что здесь все реально, люди получают реальные деньги и радуются тому, что каждый вторник, где у нас есть такая работа, у кого, да, что по вторникам тебе платят зарплату, без всяких задержек, ребята, вот это мне хочется донести. Меня иногда обвиняют в том, что я, наверное, может быть, как говорят, с шашкой наголо. А мне хочется, честно, я вам говорю, донести эту информацию. Я просто хочу об этом говорить громко, потому что это шикарная возможность, а люди этого не понимают многие, не верят этому. Посмотрите, сколько десяток. Итак,
Вот отличное, вот наши десятки подтверждения тому, что компания самая вот такая действительно шикарная и обеспечивает успех каждого участника. Она нацелена на это. Это ее философия. Я люблю за эту компанию. А как это происходит? Давайте рассмотрим, что же для этого нужно. А для этого нужно всего-навсего в компании, вот вообще рекомендую ознакомиться. Вот эта картинка, она, собственно, из нашего с вами сайта. На сайте есть раздел «Маркетинг». Пожалуйста, зайдите в маркетинг, посмотрите сами, разберитесь сами. Вот здесь вот мы видим с вами 5 уровней дистрибьюторства. Что самый такой первый? Я тоже с этого уровня начинала. На вашем аккаунте 10 тысяч поинтов. Что это такое 10 тысяч поинтов? Мы с вами видели, это 4 коробки зубных пасты за 1500 рублей. И я вас поздравляю, вы в бизнесе. И до 300 тысяч PV. То есть это первый уровень, это уровень торгового представителя. Идем дальше. Агент. Почему рекомендую быть всем агентами, те, кто нацелен на серьезный бизнес? Кстати, вот здесь Дина Искаирова, вот в этой комнате, я все время хочу, кстати, хочу опять, кстати, поблагодарить, говорю, кстати, Дина, благодарна за то, что когда я в самом начале, я помню это, и хочу об этом сказать, чтобы люди это слышали. Когда я услышала, помню, об ИП, да, и услышала о том, что мне надо накопить на своем аккаунте больше PV, чем, ну, как бы я хотела, да, на 1500 рублей или больше, на что мне тогда Дина, у меня даже запись есть это, она мне ответила: ну, тогда вы не в бизнесе. И меня это так зацепило, я помню это до сих пор. Поэтому, ребята, цепляйтесь сами точно так же. Да, Дина, я помню эту фразу, меня она очень зацепила. Я с ней переспала и пошла дальше. Поэтому рекомендую всем точно так же продолжать понимать это. Накапливайте, будьте агентами на начальном этапе. Конечно, у кого есть какая возможность, ребята, начинайте с представителя, с 10 тысяч поинтов, с 1500 рублей, но вы можете еще к тому же, да, уже быть в бизнесе и понимать, и строить структуру, радоваться как бы тому, что вы что-то попробовали, вы это знаете, вы знаете, какой это бизнес, и вы с удовольствием делитесь с людьми. Все. Агент. Что это агент означает? На вашем аккаунте 300 тысяч поинтов. 300 тысяч поинтов, это говорит о том, что это уже другие деньги при сложении степов в бинаре. Я вам сейчас это покажу. А далее у нас идет специальный агент. Это уровень уже 700 тысяч поинтов на вашем аккаунте. У меня лично вот пока вот так. Вот, но это не как бы умаляет моих каких-то возможностей, потому что на сегодня я являюсь, при всем при том, что у меня 700 тысяч поинтов, я являюсь эксклюзивным дистрибьютором. Почему? Потому что я сегодня имею вот, да, более 4 миллиона 800 в меньшей ветке за предыдущий месяц. Поэтому вот именно этими вещами, пока я вам не забиваю голову, кто начинает только работать, в статусе агента вы можете быть агентом, но вы можете не иметь структуры и вы можете ничего не получать. Вот. Речь о торговом групповом, о групповом товарообороте, да? И вот сейчас я вам скажу, сколько получает в статусе агент, если у вас есть групповой товарооборот определенный, я вам сейчас покажу дальше. Вот, то есть мы с вами увидели 5 уровней, 5 классификаций, да, уровни дистрибьюторства вот такие. Есть они на нашем сайте, почитайте, изучите. А основные комиссионные групповые баллы – это как раз вот спонсорское вознаграждение, о котором мы сейчас говорим, да, сколько в статусе получают и так далее. Вот сейчас я вам это покажу, но это сумма баллов за все покупки продукции, то, о чем мы сейчас, да, с вами говорим, да, которые сделаны в вашей левой или правой ветках за определенный период. Период у нас у всех разный. Неважно, какой у вас период, то есть это ваш период, может быть день, может неделя, может быть месяц. Кто-то, может быть, раз в год будет покупать, у него будет, может, 10 лет, я не знаю. Те люди, которые настроены на серьезный бизнес, начинайте со статуса агент и начинайте активно строить свою сеть потребителей. Иначе, ну, как бы, будет немножко
более медленный процесс. Вы не знаете, какие к вам придут потребители. Бывают такие потребители, приходят, они не планируют быть дистрибьюторами, но они покупают очень хорошо и активно. И в компании более 90% потребителей. Не циклитесь на том, что все должны быть дистрибьютором и все хотят зарабатывать деньги. Многие не хотят зарабатывать деньги, они у них есть, они их просто тратят в интернет-магазине. Так вот, первый уровень как раз выплат, то, о чем мы с вами говорили, мы видели три уровня, да, это структурные бонусы, это первый уровень. Дальше мы говорим о мастерских, лидерских бонусах. Вот это то, о чем мы говорим, когда мы рассматриваем статус агента. Мы начнем со статуса торгового представителя. На вашем уровне, на вашем аккаунте 10 тысяч поинтов. Ваши групповые поинты в меньшей ветке, да, в бинаре 300 тысяч поинтов. То есть это ваш групповой товарооборот под вами. Ваши потребители зашли в ваш магазин, купили какую-то продукцию. Я вас поздравляю, у вас сложился товарооборот по множителю 5. Это всего 1200 рублей. А вот к вопросу о статусе агент. Почему выгодно быть статусом в статусе агент? Да потому что на вашем аккаунте у вас уже 300 тысяч поинтов. Это влияет на то, что в вашей ветке как раз есть тоже так же работа, тот же товарооборот групповой, но вы получаете уже 3700 рублей и множитель у вас 15. Множитель 15, он зависит от мирового товарооборота, не пытайтесь его так высчитывать, он всегда разный. И суммы это вот эти ориентировочные, то есть они зависят всегда от мирового товарооборота. 700 тысяч поинтов на вашем аккаунте, это уже говорит о том, что если у вас групповые поинты 700 тысяч PV, то тогда ваша сумма может быть в день, может быть в неделю, может быть через день, неважно. У каждого опять же свой товарооборот. У вас множитель 30, и у меня был такой вот и не раз, как бы 30 тысяч, да, в день вот 7400 рублей. То есть это реальные деньги, почему делаю опять же на этом тоже акцент, потому что многие спрашивают и говорят, что да, ну такого не бывает, ребята, бывает. У меня есть у партнера, вот недавно мы с ней разговаривали, она говорит, у меня в день вышел 90 множитель, 90, да, а 90 множитель это в день 22 тысячи рублей. Человек, который домохозяйка, абсолютно нигде практически не работала и просто использовала свою эту зубную пасту, знакомила всех с зубной пастой. Все. На сегодня у нее вот такие есть множители. Все очень просто и все очень реально. Вот это надо понять. То есть здесь не надо чего-то выдумывать, здесь не нужны какие-то огромные навыки, не нужны какие-то огромные знания. Чем и хорошо, понимаете, немногие, не все люди хотят чему-то обучаться, не все люди хотят увеличивать свои навыки там, по работе, там, в интернете и так далее. У кого-то получается на земле это очень хорошо. Он очень хорошо, человек умеет говорить. Вот и все. Так, и вот мы кратко, я уже это сказала, да, но сегодня, я хочу просто сделать еще опять же вот на картинке показать, да, вот смотрите, мы говорили с вами, если у вас 10 тысяч поинтов, у вас 1200 рублей, да, а если у вас вот здесь будет 300 тысяч вот поинтов, да, вот, то у вас будет в вашем, и у вас групповой, вот он здесь как раз слева, рассматриваете это как торговый зал. Вы директор магазина, у вас у самого вот такая выручка, да, закупка, да, а у вас два зала. Все. И вот вы здесь как раз видите, что у вас в одном зале вот сложился такой товарооборот, 300 тысяч поинтов, то есть это в рублях там, ну, давайте, грубо говоря, я говорю, я сейчас не буду в детали вдаваться, да, пусть там 40 тысяч рублей. А вот здесь у вас сложилось там 50 тысяч рублей, то есть в поинтах здесь 400 PV, да, а у нас складывается бинарный степ по меньшей ноге, то есть 300 тысяч PV, если у вас сложилось здесь, а здесь больше, все, я вас поздравляю, бинарный степ сложился, вы 3700 рублей получили себе на счет, получили на счет, и через неделю, сегодня он у вас сложился, через неделю во вторник вы его получите уже как выплату на свою карту. Вот, то есть приходит смс-оповещение, работает бизнес-счет, бизнес-карта, и все как работает, как часы.
никаких задержек, абсолютно ничего. Поэтому, конечно, здесь работать одно удовольствие, потому что есть уверенность всегда, что ты знаешь, что ты деньги получишь. И даже сейчас, когда мы видим, какая ситуация, да, во всем мире, мы знаем, что многие лишились работы. Компания на сайте разместила как раз такую информацию, что никаких задержек, выплаты своевременно, начисления продолжаются, вознаграждение продолжается. Все. Поэтому здесь даже это показатель работы финансово стабильной компании, ребята. И мы переходим с вами к мастеру продаж. Это первый уровень, лидерский статус. Это специальный агент. Это мы вот с вами, помните, где мы видели 5, да, вот уровней дистрибьюторства, это третий как раз. Это специальный агент, у которого 700 тысяч PV. То есть это, опять же, условия для мастера продаж, чтобы у него было на своем аккаунте 700 тысяч на личном аккаунте. Поэтому мастерское вознаграждение выплачивается тогда, когда у вас с 1 по 15 у вас сложился товарооборот 2,5 миллиона поинтов в меньшей ветке. И если у вас то же самое произошло с 16 по 31, то есть два раза в месяц выплата этого лидерского бонуса. Общая сумма дохода в целом здесь с лидерскими и спонсорскими от 2 до 4 тысяч долларов. И, конечно же, еще получаем разовое вознаграждение от компании. Это набор по уходу за кожей, Fame, вот этот набор, да, новый, последний, с микрокапсулированием, потом Химахим наш любимый, и вот этот прекрасный вечерний уход. Я это все тоже получила, и знаю, что все это выдается, и все перечисляется. Следующий уровень – это бриллиантовый мастер, это дилер, имеющий на личном аккаунте 1,5 миллиона PV и в каждой ветке по 2 мастера продаж. То есть это, опять же, вот общая сумма дохода от 4 до 10 тысяч долларов, обращая внимание, это не сказки какие-то, а вознаграждение от компании всего к плюсам вот к этим трем наборам, да, еще добавляется MacBook или там планшет, это уже по согласованию с человеком, который, ну, в смысле, с нашей компанией и с человеком, который получает это вознаграждение. Мастер Шаронская роза – это эксклюзивный дистрибьютор, у вас на аккаунте 2,4 миллиона PV, и здесь уже начисления, конечно же, от 10 до 20 тысяч долларов в месяц, ну и в каждой ветке 2 бриллиантовых мастера. Конечно же, здесь вознаграждения совсем другие, это путешествия, премия и так далее. Звездный мастер – это эксклюзивный дистрибьютор, то есть 2,4 миллиона на личном аккаунте, и в каждой ветке у вас 2 мастера Шаронской розы. У нас в России пока звездный мастер один, общее количество начислений в месяц до 30 тысяч долларов. Ну а вознаграждение от компании – это путешествие и премия от 500 до 550 тысяч рублей. Мы это видели в декабре прошлого года, как раз на моих глазах тоже вручалась эта премия нашему звездному мастеру. Королевский мастер – это эксклюзивный дистрибьютор, 2,4 миллиона поинтов на личном аккаунте, имеет в каждой ветке 2 звездных мастера, количество начислений до 50 тысяч долларов в месяц. Ну и, конечно же, очень большое вознаграждение. Здесь путешествия, и автомобиль, и карта корпоративная, и премия большая. То есть тут уже, конечно, тоже очень большие деньги и серьезный уровень. Что касается следующего уровня мастера короны, это тоже это уже эксклюзивный дистрибьютор, а в нем у него должно быть по 2 королевских мастера. Ну и, конечно же, начисление в деньгах здесь уже 70 тысяч долларов в месяц. Путешествие на 4 персоны, автомобиль люкс, корпоративная карта кредитная и плюс премия 16 миллионов рублей. Императорский мастер – это самый высший мастер в компании, высший уровень лидерский в компании, это эксклюзивный дистрибьютор, имеющий в каждой ветке 2 мастера короны и общее количество начислений до 100 тысяч долларов в месяц. Когда я говорила об ограничениях, да, в сетевом бизнесе, и когда мы работаем
на работе, то, конечно же, понятно, что если здесь у нас на этом уровне есть ограничения от компании, да, для очень богатых людей, а для того, чтобы поддержать более людей, которые на более низком уровне, я думаю, что мы все будем согласны с тем, чтобы нас на данном уровне компания ограничивала. Прекрасно. Ну и здесь, конечно же, путешествия на 4 персоны, секретарь, автомобиль и так далее, и офис. В общем, здесь, конечно же, другой абсолютно уровень императорского мастера по вознаграждениям. Итак, мы, конечно же, подведем с вами итоги. Мы сегодня с вами рассматривали, как же все-таки создать денежный поток в этой компании. Я думаю, что я надеюсь на то, что я донесла вам эту информацию. Я надеюсь на то, что вы это поняли. Я хочу донести до вас, что компания Atomy стабильно финансово из года в год, несмотря на все перипетии и кризисы в этой жизни, что мы сегодня с вами как раз компания, которая вот финансово стабильна, компания, у которой 100 лет, расписаны на 100 лет вперед планы, да, у нас в компании как раз есть соотношение абсолютное качество продукции, абсолютная цена. И обращаю внимание, еще вот, я не знаю, может быть, кто-то не заметил, но мы видим, что везде цены взлетели по отношению к доллару. Кто заметил, что на сайте у нас цены не изменились? Вы это заметили хотя бы? Поставьте плюсики, что нам компания не подняла даже цены. То есть компания настолько жестко держит свою ценовую политику, и в этой ситуации она сразу нам не бухнула и не сказала, что так, товарищи, да, спасибо, поставьте, вот, спасибо вам огромное за то, что вы поставили плюсики, и что мы это видим все. Ребята, мягкий сетевой маркетинг в этой компании, компания международная, мы создаем международный бизнес, это же здорово. То есть сегодня у нас столько стран уже открыто, а все страны СНГ у нас впереди. Мы с вами должны быть уверены, несмотря ни на что. Я просто хочу вас всех поздравить с тем, что мы в этой компании. Те, кто присоединился, я тоже поздравляю. Почему? Потому что мы уверены, компания движется в своем направлении, в развитии направления, да, у нее очень грандиозные планы, и компания нас слышит. Вы находитесь дома в условиях вот этого коронавируса, мы с вами, вот они, мы работаем, я не успеваю, у меня один семинар, другой брифинг, там сегодня мне в течение дня работа с партнерами, некогда скучать, некогда вот задумываться о том, что ой, блин, коронавирус, простите, буду лежать на диване и смотреть в потолок, да некогда этим заниматься. Я строю сегодня свою сеть потребителей в своем магазине, вы строите точно так же свою сеть потребительскую в своем магазине. Начинайте бизнес вот именно с себя, с минимума, насколько мы сегодня можем, да, это себе позволить. И когда говорят сегодня люди говорят, что нет денег у людей, все, сейчас перестали, не будут покупать, да, ситуация серьезная. Ребята, но в любом случае мы в магазин пойдем. То, что у нас есть деньги какие-то там на пасту, на щетки. Я всегда говорю о пасте и о щетках. Когда мне недавно один партнер, не партнер, потенциальный, я думаю, он говорит, а что вы все о пасте и о щетках? Наверное, у вас большая семья. Да дело в том, что я говорю о востребованных в каждой семье продуктах. Мы же не будем чистить золой зубы сегодня, правильно? Поэтому компания работает уже в 17 странах, мы это с вами видим, 18 уже. Компания работает легально. Меня лично вот впечатляет, я всегда говорю об этом на каждом своем брифинге. Для кого-то это может быть, я не знаю, неинтересно, а мне очень интересно. Почему? Потому что уставный капитал не миллион долларов сегодня, но 60 миллионов рублей. Ребята, 60 миллионов рублей, уставный капитал, где вы видели, в какой компании? А то, что у нас есть стратегия GSGS, это мечта мистера Пака, которая воплощается у нас с вами на наших глазах. Мы с вами, каждый из нас, помимо компании Atomy, будем получать еще, станем терминалами, центрами, будем играть важную роль вот в мировом этом товарообороте и будем получать в каждой вот стране, а вот от каждой своей ветки еще будем видеть плоды своей деятельности. Будем получать еще вот такой ручеек, денежный поток, о котором мы сегодня говорим. У нас 2 денежных потока будет. Переживем мы этот кризис. Самое главное, не зацикливайтесь на этом. А планы развития компании на 100 лет вперед расписаны. Вот те, кто ждал открытия России,
Они в этом зале сегодня, они верили, они не сомневались, они нам давали информацию, они нас поддерживали. Они достигли уже серьезных высот. И я хочу от вашего вот имени, те, которые здесь сегодня присутствуют, вот Дина Искаирова, Дину с Риной поздравить. Давайте все похлопаем. Овации такие. Они сегодня у нас участники клуба в Корее. Ребята, вообще для меня это вот такое событие, действительно, вот это люди, которые заслужили это своим трудом, именно нас они поддерживали, нас, новичков, на том начальном этапе. Сегодня вы новички многие, поэтому слушайте нас, прислушивайтесь, мы не просто так говорим об этой информации, изучайте свой магазин, любите его, развивайте его, говорите правду людям, не врите, не уходите куда-то там, я не знаю, самое главное, поверьте, у вас все обязательно получится. Делитесь с удовольствием, все будет просто замечательно, потому что у нас единая система маркетинга, потому что у нас единая система глобального сервера, и неважно в Атоме, какой уровень партнеров вы можете вообще работать, вы можете с любым партнером, на любом уровне. Поэтому, конечно же, у нас есть вообще, у каждого из нас есть только то и столько, чему мы сегодня соответствуем. Хочешь больше? Делай больше и делай другое, вот и делай больше. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы все делали другое и больше именно в этой компании. Нам сегодня просто реально повезло, и я вас всех поздравляю, что мы в этой компании. Ребят, всем браво, я просто сама счастлива, я просто всегда, когда говорю, я искренне говорю об этом, и мне всегда хочется донести это людям. Да, вот ура, Дина, Ирина, мы за вас рады, да. Мы очень рады за Дину, Ирину, мы очень рады за рост наших наставников. И хочу сказать, когда вы радуетесь достижением своих партнеров, достижением своих наставников, у вас бизнес будет просто на раз-два, как говорится. Он будет у вас играть и сиять, независимо на все вот эти вот наши временные трудности в этой жизни. А сетевой бизнес – это бизнес отношений. А что нам нужно делать, ребят? Нам всего-то навсего нужно создавать свою структуру, да, работать. А что работать-то? А работать-то надо голову помыть, да, кофе попить. Вот страшная работа. А потом еще кому-то рассказать. Вот это вот вообще такое вот страшное дело, да, с кем-то там открыть рот, как говорят, да, бизнес вас, у нас рот открыт, бизнес, офис открыт. Рот закрыт, у нас и офис не работает. Вот наш офис, вот наша работа. Конечно, если мы хотим создать денежный поток, если мы хотим в дальнейшем отдыхать на пассиве, но нужно поработать, ребята, два человека в день, и это вообще ни о чем. Мы только вошли на рынок в России, а дальше, когда мы я уже даже вот просто эмоции захлестываю, простите меня, конечно. Когда мы поделились со своим окружением, мы дальше, чему у нас строится структура, да, два человека, каждый по два человека, это вам не матрица, не хайп какой-то, да, вот, вы строите сами свой бизнес, поэтому не питайте иллюзий, делитесь с удовольствием с людьми, а четвертый шаг, вы в итоге начнете получать деньги по вторникам. Здесь, поверьте, зарабатывают все, конечно, не те, кто лежит на диване, это однозначно. Халявы нет нигде, это однозначно, но здесь приятно и легко работать, потому что прекрасный продукт, за который вообще не стыдно. Вот. И не забываем, что у нас страны СНГ и Европа впереди. Поэтому через 2-3 года мы встретимся, я думаю, что еще многие и на сцене, и в Корее, и так далее. Поэтому, конечно, мне хочется, чтобы в нашей стране как можно больше людей, в наших странах, не только не в России только, вообще во всех странах СНГ, в Европе, чтобы люди быстрее и быстрее узнавали о южнокорейской компании «Атоме», потому что это реальность. И самое главное, верьте в это вы. А если будете верить вы в это, то у вас, конечно же, будут верить в это и партнеры. Поэтому я вам всем желаю искренне загореться вот той искоркой нашей компании «Атоме». Слушайте мистера Пака, и я думаю, что вы пропитаетесь тем же, вот, чем пропитано сегодня и заряжено. Я вот заряжаю, говорят многих, да, и я, потому что я действительно сама заряжена. Я люблю эту компанию, и я искренне это все делаю. И, конечно же, я
хочу сказать новичкам, что добро пожаловать в Атоми, добро пожаловать в бизнес 22 века, компания, в которой абсолютное качество продукции, абсолютная цена, и, конечно же, это абсолютный бизнес, ребята. Поверьте, это так и есть на самом деле. Я поздравляю, что вы здесь, что вы в нашей компании, и что мы развиваемся все вместе. Приходите на брифинги, слушайте наших уважаемых спикеров Дину с Риной. Я им за это благодарна, за то, что приглашена именно тоже ими практически в нашу компанию, за то, что они нас все время сопровождают. И, конечно, это здорово. Поддерживайте друг друга, поддерживайте своих новичков, объясняйте, рассказывайте им, знакомьтесь с компанией. Здесь нет ничего сложного. Создавайте каждый свой денежный поток, ребята, потому что здесь его создать действительно реально. Так, а я сейчас пробегусь, давайте по вопросам, потому что я видела вопросы, да? Угу. Так, сейчас, секундочку. Так, Мехрибон, по поводу Ташкента. Да, вы еще не открылись, но я думаю, что, как заявляет наша компания, господин Ламбрианов, что в 2020-м вы откроетесь, переговоры были. Так, насколько я владею информацией, да? Так, республика, так, город Нукус, ага, этот просто мы знакомимся, так, понятно. Дальше, вот, видите, какая у нас прекрасная география. Так, какие запреты по продвижению товара через интернет? Татьяна, а какие запреты? Мы работаем в онлайн, у нас нет никаких этих запретов, у нас компания работает, мы работаем. Абсолютно нет никакой проблемы с доставкой. Сегодня закрыто в связи с карантином, так как центры закрыты торговые, да, там единственное нет у нас доставки до образовательных центров, потому что компания беспокоится о своих партнерах, которые являются руководителями, и, конечно же, о контактах своих партнеров, тех, кто заказывает заказы. Да, поэтому здесь никакой проблемы нет. Заказывайте товар, он будет вам доставлен на дом. Компания снизила доставку бесплатную до 10 тысяч рублей, тем более можно это делать. Раньше было 15 в условиях, вот сейчас снижено. Так, есть ли обучение, как приглашать людей в команду? Рекомендую, Светочка, рекомендую вам, начните, первое, что начните, послушайте мистера Пака, откройте канал Channel Atomy на нашем сайте и обязательно послушайте. Он там полностью раскладывает, и не только он, а вот посмотрите все эти видео, и вы поймете, как вообще обучать, как пропитаться этим и как легко потом это делать. Да, на сайте можно покупать продукцию. На домашний адрес бесплатная доставка, да. Да, вы ответили, да, действительно. Так. Так, дальше. Так. Ну, Челпон, я думаю, что по поводу кровоточивости, я, конечно, я не врач, я вам сказала, я налоговик, я сказала о своих результатах, я была этому удивлена, что даже не ждала, честно говоря, поэтому у многих у окружения это есть. Возможно, у вас, ну, как бы, может быть, пройдет чуть позже это все. Да, паста супер, так. По аллергическим, ну попробуйте, вы используйте и попробуйте. Там противопоказания именно каких-то, если у вас к прополису, именно вот к пчеловым таким этим, да, составляющим что-то есть. Так, кофе понравилось, паста супер. Так, как получится, да, посуду куплю, ждем порошка. Угу, да, я вот тоже завтра отправляю в Корею заказ, у меня порошок тоже там. Так. Так, по пробиотикам, ну, противопоказаний нет, если, но опять же, рекомендую, здесь у нас есть тоже, как бы, есть видео от уважаемых наших и врачей, и то можно, конечно же, не готова, я акцент на этом не делала, Зоя, к сожалению, я вот сейчас в эфире, я просто даже не смогу вам ответить, и этим вопросом я не занималась, и по поводу продукции, это как бы тема отдельная, да. Так, запись, да, есть. Запись у нас вот сейчас. Я. Угу. Так, дальше, что еще, какие вопросы?
Так, Узбекистан является покупателем или дистрибьютор покупателя? Нет, Ренат, вы пока покупатели, потому что вы на предстарте, вы на предверификации, будем так говорить, да, вы сегодня пока покупатели, и у вас групповые поинты под вами не копятся, у вас копятся только личные ваши накопленные баллы. Но у вас уже растет структура, и так было у нас в России у многих, когда кнопку нажали, в итоге вся структура заработала, и уже пошел процесс накопления баллов однозначно. Поэтому рекомендую накапливать свои личные поинты и, конечно же, уже иметь групповой товарооборот. Так, Узбекистан, ну, я, конечно же, я же не сотрудник, а я партнер такой же, как и вы. Гулшара, да, но Узбекистан, я уже ответила выше, что будет отправка. Доставка по Узбекистану, но это вы общаетесь, Татьяна, с теми, кто вас пригласил. Вот, и, ну, вот я лично тоже, у меня есть партнеры, я кому-то отправляю в Грузию, кому-то в Белоруссию, кому-то в Бельгию. Вот, так что, ребят, общайтесь с теми, кто вас пригласил, и я думаю, что сложного ничего не отправить EMS почтой. Так, Мария, я по поводу, так, Unveil Reality, и скажите, пожалуйста, ну, посмотрите, рекомендую, ведь Колмар не только в Корее находится, я делала тоже акцент на этом, штаб-квартира находится в Америке, вот, поэтому компанию Колмар тоже очень много филиалов, обратите на это внимание. Так, да, можно будет... Да, Зарина, можно будет, запись сейчас будет, я сейчас загружу ее на YouTube-канал. Так, какую продукцию, так, из Кыргызстана, какую продукцию добавить, как вы думаете? Ну, я думаю, что будет продукция добавлена та, которая заявлена, да, на Академию Успеха, рекомендую ее посмотреть. Эта информация у нас есть на канале Channel Atomy, на каждом у нас на сайте. Вот, вы посмотрите, и там есть полный перечень продукции, которую планирует компания в этом году запустить на рынок, на наш российский сайт, в том числе сайт, которым пользуется Казахстан, Кыргызстан и так далее, да. Так, друзья, дальше. Чалпон, а вы становитесь сами такими. Мы тоже были такие же, как вы. Мы просто вот пропитались, вот благодаря, я же говорю Дине, да, вот то, что я ходила постоянно на все ее семинары. Я ей благодарна за то, что она мне давала и из года в год такую вот эту информацию. Поэтому приглашайте своих партнеров, новичков, чтобы они это слышали, чтобы они это понимали, что это прекрасная компания, в которой не стыдно находиться, из которой вот информация, которой не стыдно делиться. Да, лучшее занятие в наше время. Так, Атоми. Так, так, бонусы в АЦ зависят от суммы заказов или от ПВИ. Они зависят от ПВИ. Вот, мы с вами это, Ольга, не проверим. Почему? Потому что расчеты идут на всемирные, так сказать, да, расчет идет на корейском сервере. То есть эти суммы никак нами, ну, как бы, расчету не подлежат, грубо говоря. Так, Альбина, по здоровью, ну, могу, обратитесь в личку, я могу вам об этом сказать. Здесь не хочу говорить. Вот я, конечно, воспряла благодаря Химахиму, и у меня началась вторая жизнь. Так, это касается моего отзыва. Так, 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 беру. Угу. Да, Елена, видите, беру продукцию каждый месяц, послушав, хочется опять в свой личный кабинет сделать заказ. Ребят, Еленочка, я вот точно так же, вот у меня вся семья, вот у меня дочь здесь, кстати, вот она тоже всегда говорит, я, говорит, люблю все атомианское. Любите все атомианское, пользуйтесь всем атомианским, и вы будете тоже вот так же гореть, вот, наверное, как и я. В статусе агента я уже ответила, да, сколько получает, вы поняли. Если у вас товарооборот слева и справа, в меньшей ноге 300 тысяч, то вы получаете... В статусе агент за один степ 3500-3600 в зависимости от мирового товарооборота. Так, смогу ли я оплачивать их со своих заработанных ватами заказы, а не с карты? Во всех сетевых можно. Нет, Татьяна, здесь даже в этом направлении компания выполняет свои обязательства перед партнерами и выплачивает им деньги. Никаких зачетов здесь нет.
выплатили они вам деньги, вы получаете, пожалуйста, покупайте за эти деньги, опять же, в компании свои. Зачем вот этим заниматься? Это наоборот как раз плюс компании. Да, вот Елена ответила. Угу. Спасибо за поддержку, ребята. Всем спасибо. Так, Галина, подруга оформила банкротство физлица. Запрет 3 года не открывать ИП. Подписалась в Атоме. Будет работать, сможет ли получать зарплату. Смотрите, Галина, она сможет, во всяком случае, она сможет не получать зарплату пока, тем более у нее запрет на ИП, да, но она сможет накапливать эти деньги. Конечно, компания не рекомендует их много и долго накапливать, но раз такая вот ситуация, я думаю, что стоит это делать, развиваться в этом бизнесе, накапливать ту сумму, которая уже будет у вас, да, у нее. Вот и здесь стоит работать и пережить свое банкротство именно в компании Атоме. Света, я поняла, спрашивали вы как про обучение, как звать в команду людей через интернет. Через интернет, ну, это развивать надо свои социальные сети, это заниматься надо рекламой, это оформить свою страничку ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, если у вас это, то есть это как бы тоже отдельная тема для работы. Я думаю, что если вы в какой команде, а вот у меня в команде это, допустим, есть определенное обучение, вот, то есть в этом плане, конечно же, опять же, я тоже в свое время обучалась работе в интернете, за это мы платим деньги. Вот, что касается именно работы в интернете в компании, вот как это делать, да, то есть какие-то курсы на сайте у нас, именно каких-то таких курсов нет. А здесь продвигать компанию намного проще, чем так, как вот представляется вообще в инфобизнесе. Так. Не забываем, что у нас здесь нет реферальной ссылки, мы ее разбрасывать никуда не будем. И зачем ее разбрасывать, реферальную ссылку, если вам нужны нормальные люди, а не просто те, которые просто зарегистрируются и будут сидеть в засаде, как говорится. Зачем это вам нужно? Общайтесь с людьми, просто попробуйте продукт, общайтесь с людьми, и все, и больше здесь нет никаких-то премудростей. Попробовали продукцию, понравилось, делитесь, все. А в интернете вы можете общаться с теми людьми, я в продолжение, да, пока смотрю, общайтесь с людьми, просто так же, по-человечески, зашли в группу, понравился человек, написали ему сообщение, привет, привет, как дела, чем занимаешься, все по-человечески абсолютно, нет ничего проблемного здесь. Так, так, ну все, я так полагаю, что я, да, Химахим самый лучший продукт, это точно. Да, подлежащую доллар не упадет. Правильно, Елена. Поэтому, ребят, приходите, приглашайте своих новичков. Мы с удовольствием делимся, те, кто уже чего-то в этой жизни понимает, именно в нашей компании. Да. А вот, кстати, да, правильно, Елена, карантин увеличит ваши команды. Помогайте, делитесь людям. С людьми. Почему я об этом тоже говорю? Не зря же, да, почему? Потому что у многих, вот мне партнер звонит, говорит, слушай, у меня там знакомая звонит, говорит, ты мне что-то там говорила про работу в интернете. Вот, то есть народ начал интересоваться, а что делать-то? Тем более сидят дома, проводите продуктивно эти вынужденные каникулы, а не сидите, не смотрите там, не вздыхайте. Спасибо, Елена. Да, жетон проваливается, также у меня всегда он проваливается, когда я слушаю других спикеров. Для этого мы все вот друг другу и даем информацию. Так, ну все. Я так понимаю, что... Так, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно продвигаться в интернете и что... можно продвигаться в интернете и что нельзя. Но нельзя пользоваться... Когда вы пользуетесь официальными информацией, да, там, с канала и так далее, если у вас свой канал, вы обязательно пишете оговорку, что вы не являетесь официальным представителем компании Атоме. А вот. Ну и более детально, конечно, тут надо рассматривать, что вы понимаете под продвижением в интернете, и что нельзя, и как это. То есть это надо отдельно.
Да, всем спасибо огромное за обратную связь. Узбекистан скоро откроется. Я думаю, что мы будем и в Узбекистан ездить, проводить презентации. Я лично готова. Вот. У кого есть команды, с удовольствием. Когда Украину планируют? Да, мы тоже ждем от Украину. Я думаю, что, по-моему, Украина... так, Гульсин, да, отвечу на ваш вопрос. Уставный капитал 60 миллионов рублей. Я чуть оговорилась, потому что я всегда говорила миллион долларов, а так как курс у нас немножко по это самое, да, и в уставном выписке Единого государственного реестра, да, в Атоме РУС я смотрела сама лично, вот там 60 миллионов рублей. Поэтому это у вас такой очень хороший козырь тоже, когда вы работаете, и отработка возражений, так сказать, да, и знакомство, когда с людьми общаетесь. А спрашивайте у людей, когда вам предлагают компанию другую, скажите, а у вас уставный капитал какой в вашей компании? И я вам могу гарантировать, что основная масса людей сразу теряется. И никто не знает про уставный капитал и вообще, что это такое, и для чего это, и почему это важно. А это говорит о легальности компании. А на пассивный доход можно даже выйти постепенно, даже на уровне на первом, на самом, вот к чему рекомендую, на мастерский уровень выходите. Уже, вот я могу просто на своем уровне сказать, да, что пассивный доход. У меня действительно вот, ну, одна нога слабее, как у всех, другая там больше. И вот пассивный доход, допустим, в правой ноге, я туда вообще не заглядываю. Там люди сами покупают, что покупают, кто такие, откуда они, я вообще не знаю. Вот он, пожалуйста, он идет пассивный доход. Я же не говорю этим людям, чтобы они покупали. Они не создают товарооборот. Самое главное, на первом уровне можно уже выходить. Отстройте структуру, сеть хороших потребителей, работайте со своими людьми, все будет замечательно. Да, правильно, Татьяна. Включайтесь, начинайте действовать. Это правильно. Во, Дина, Ташкент, я тоже хочу, вместе поедем. Так, информация о отправке продукции на Украину во Львов. Честно говоря, не готова. В Украину я не отправляю, но насколько я знаю, через ЕМС почту я просто видела эту информацию, люди отправляют. То есть можно пойти на почту в России и отправить, и на почте все узнать. Скорее так, Татьяна, скорее посылки приходят на почту, но она же... Так, Наталья, во многих компаниях можно продукт оплачивать баллами. А не знаю, для меня лично это абсолютно не важно, и мне это не нужно. Мне нужны живые деньги. А зачем баллами, какие баллами оплачивать продукцию? Вы заработали и покупаете. Зачем это делать? Это как раз говорит совсем о хорошем отношении к своим партнерам. Далее, да, видите, вирусов заразила. Да, спасибо большое. Правильно, любовь. Да, не могу остановиться, хотя с деньгами проблема. Да, мы все хотим все и множно. С какого возраста? С 18 лет, Светочка, можно? Спасибо огромное за обратную связь, за вашу... Да, спасибо за то, что вы даете мне обратную связь. Благодарна вам за ваши отзывы. Так, надеюсь, всем я ответила. Так, узбекский плов я тоже хочу. Так, вот Белоруссия, да, хочу Белоруссию тоже. У меня тоже есть партнеры в Белоруссии, ждем. А вообще, ребят, все зависит от нас. Чем больше мы зарегистрируем партнеров в Белоруссии, в Украине, тем быстрее компания открывается. Только так. Так, Франция нет. По Франции я думаю, что да, Белоруссия я сказала, Франция будет после, чуть позже, после Восточной Европы.
Украина, да, будет. Заказ в Беларусь как сделать? Заходите на российский сайт, если вы зарегистрированы, покупаете продукцию, привязываетесь к образовательному центру, допустим, своего спонсора, и спонсор отправит вам в Беларусь. Лично я делаю это так. Не пускают из России продукт, но я не готова. Почему? Потому что я знаю, что в Украину кто-то отправлял и сказал, что все нормально. Да, правильно. В легальной компании внутренних денег нет. Все верно, Дина. Спасибо за подсказку. Правильный ответ. А для меня, например, как-то это... Вывод денег через... Так, перешли на доставку из Кореи. Да, вот заказываю вообще из Кореи. Сейчас доставка... Заказы летают. За 4-5 дней прям прилетают. Вообще отлично. А, так, Татьяна, вывод денег через наставника. Это я не поняла, через какого наставника. Если вы сами являетесь верифицированным дистрибьютором, вы получаете деньги на вашу карту. Только так. А, не поняла, Гульсин, имеются ли свои заводы? Свои какие? Я вам сказала в самом начале, что компания с двумя компаниями, являются две компании-партнерами, Кэри и Колмар. Колмар, B&H, это как раз продукция для здоровья. Это основной поставщик и производитель для компании Атоми. А с февраля таможня закрыла. Не поняла, конечно, Валерий, что закрыла таможня. А вот, но как бы, угу. Да. Деньги сейчас счета, все как часы. Вся бухгалтерия, люблю эту бухгалтерию, работает как часы. Все отлично. Вот, так что скорее все работает, на сайте на российском все работает, к курсу доллара компания нас не привязала, так что все, всем я ответила, спасибо вам огромное за обратную связь, благодарю всех за внимание, благодарю за вопросы, надеюсь, всем я ответила, так как вы хотели это слышать, в общем, так как есть. Все, всем удачи, добро пожаловать в нашу любимую, шикарную компанию. А, поняла, украинская таможня закрыла. Ага, поняла, ну ясно, поняла. Все, до встреч, до скорых встреч. Завтра.